Исковые требования прокуратуры Листы о компенсации расходов, затраченных на покупку газоиспользующего оборудования, удовлетворены в полном объеме. Несмотря на то, что заявитель относится к льготной категории граждан как реабилитированный, а законодательство прямо предусматривает предоставление единовременной выплаты как на установку газоиспользующего оборудования и проведению работ по подключению, так и на его покупку, казенным учреждением Республики Центр социальной защиты населения города Элисты фактически незаконно было отказано гражданину в предоставлении единовременной выплаты на покупку газоиспользующего оборудования. Прокуратурой города Элисты в интересах заявителя было направлено на исковое заявление в суд о компенсации расходов, затраченных на покупку газоиспользующего оборудования в размере 35 тысяч рублей. Иск был судом удовлетворен в полном объеме. Исполнение решения суда в настоящее время находится на контроле прокуратуры города.